Всем привет, наши дорогие зрители! Я в кабинете. Мы сейчас сделаем из желудей, из картона, вот, и с клеем, и с ножницами. Мы сделаем машину, но она не будет ехать, просто статуя. Первое нам нужно поставить эту планку на это, приклеить. Сейчас, на одну минуту. Из-за одного не выставила клей, какие-то проблемы. Кстати, ладно, вот так оставим. Так. Немножко. Теперь давай-ка нарисуем на это низ машины. Ну, где фары? Ничего. Так. Фары мы нарисуем светло-желтым, темно-желтым. Есть набор, ну, плохой. Ну, там есть такой цвет. Так. Ой, мне уже нужно маркировку ввести. Так. Ой. Так, так, так. Так, простите, зрители, я сейчас чуть-чуть подожду, чтобы клей высох. Привет, наши дорогие зрители. У меня еще работа не высохла, чуть-чуть осталось, но пока захочу с вами поговорить. Сегодня у нас хорошо. Хороший денек такой, солнечный. Сегодня мы прогулялись. Купили кеды, я сейчас вам покажу. Вот звездочка. Вот такие сапоги. Вот здесь звездочка. Вот, а мех какой там. Сейчас вот здесь так расстегивается. Вот какой мех. Вот все это толстое и это очень черное. Это мех. Очень теплое. Ого! Теплее. Очень теплые, хорошие. По ноге мне. А знаете, что наша одна зрительница накрасила, приехала, вот такой трактор купи. Подарила нам, у которого колеса крутятся. Вперед, наверх, влево, вправо. И у которого кофе поднимается. Вот, поднимается это. Видите? Поднимается и опускается. Все время поднимается и опускается. Вот. У меня много игрушек. А вы знаете, что у нас есть журнал, где нужно там и конкурс, где там дети рисуют какие-то вещи, запрашивают, не выходя за линии, и потом отправляют, какая из этих картин самая хорошая, тот и награждается. Вот, я пока, мама нарисовала для торта, она подумала, ладно, только я это сделаю. А я это за нее попробовала, сказала, ну я покрашу, я покрасил. Вот так я отправлю на конкурс. Посмотрю, выиграю или нет. А вы знаете, что наша Анка, это наша подруга, купила миньонский рюкзак. Правда, этот нижний миньон, он от солнца, он какая-то специальная вещь. Он от солнца оторвался. Вот. И потом он вот таким стал. Потом я маму попрошу, что она новое что-то сюда прицепила. Мама, вы знаете, что у нас скоро
Новый год. И еще у нас будет снег холодный, говорили. Если у нас будет очень жарко, тогда очень холодно. Если у него не очень жарко, не очень холодно. Вот. Такие-то дела. Вот такие-то дела. Ой, сейчас танцую. Вот я еще там взял багаж. Ну, передняя часть машины. Где там эта штука. Вот. Вот, еще у меня есть огромный замок. У меня здесь есть скелет, я его не могу вам показать. Я его самого могу показать. Но он крутится. Потайная дверца, он крутится и всех пугает. Вот скелет. И у которого руки двигаются. Это Лего. У которого ноги двигаются. Это Лего такое. Огромное Лего. Гигантское. Вот этот замок. Вот. Вот отсюда катапульта, которая огненным мечом стреляет. Здесь у нас дозорный. Здесь потайная тюрьма, в которую настоящую тюрьму попадает. Значит, пимбочка убираешь, и это и какой-то человечек падает. Есть у них там сундук. Вот. Еще что. Еще бочка здесь, пимпочка, убираешь, и она катится, посмотрите. Сейчас я это уберу. Вот так это будет видно. Вот. Посмотрите. Сейчас ворота открою. Ту-ту-ту-ту. Ой, вы же не видите. Ладно. Бочку покажу. Вот. Вот эта бочка. Она. И вот такая штука, она. Что-то. Постойте на одну минуту. У меня что-то там упало. Вот. У нас один раз случилось вот что. Карине уехала в Англию. И она такую хорошую игру купила. Две она купила, кстати. Очень много теплых паек. Даже носки. Перчатки не теплые. Просто шитые. Вот. Первая игра Metagol. Ну, не Metagol, а пыл-пыл. Это как бы вот такая штука. Натягиваешь одну палочку, и мячик крутится. Надо в какую-то ломку попасть. И все расширять, Вот. Вот эта игра. Вот такая. Отсюда натягивают. И бац! И оно падает куда-то. Еще здесь две игры. Одна пыл-пыл, а другая маленький мячик. Прозрачный. Он должен так пройти, чтобы не выпасть из этого лабиринта. У него нет тупиков из этого лабиринта. Вот мама на Новый год сделала какую-то поделку, тут не знает. Ей эта штука понравилась, это проволока. Ну, еще и какие-то штучки, трючки. Ну, в общем, что-то хорошее попрошу, но пока я не знаю. Пока мне сложно узнать. А, вспомнил, что игра. Такая большая, чтобы были там машинки, чтобы одна большая на весь дом была игра. Не машинки, а поезд, который сам едет, то, что вот с этой штукой. Вот электрический. Кто он сам ехал по этим местам, проезжал как-то. Вот, это скажу Дед Морозу, потом скажу маленький, крошечный набор машинок. Потому что там грузовик упал
вагон, и там вода в грузовике. И там другая машина вот тупо вот так делает, и она еле прыгает и падает прямо в воду. И меняет цвет свой. Вот. Вот у меня какая машинка. Только я еще должен ей верх придать. У меня есть динозавр с костями. Ну, это пластмасса. Это трицератопс. Вот. Вот. Вот здесь его зубы. Это его рог. Вот здесь его легкие и желудок. А вот это его хвост, чтобы не падал. Это будет неуклюжим.